Год будет тоже разный для всех. Он будет для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 19-й, но и 20-й год будет непростым. И 19-й, и 20-й. Это непростые годы, потому что, скажу опять же откровенно, в эти два года нас будут очень сильно пробовать на зуб. На предмет, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим. И нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. И я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ на этот вопрос.